Еще вопрос, я не делал. Конечно. Ты выходишь на 4.11, я в основном борюсь по там IBG файл, ну, короче, борюсь без скрутера в основном. Можешь показать выход на ахилл после 4.11 на дальнюю ногу? Вот мы вышли на 4.11, мы же ближе ногу атаковать не можем, значит, да. Вводим рипинг, да. Нам нужно атаковать дальнюю ногу. Покажу сейчас. То есть у нас есть, вот мы вернемся к ахилле, то что я называю наездник, то есть я сижу слем на нем. То есть самая стандартная защита от пяток, это, естественно, убрать свой таз, свою коленку, чтобы не довел до перпендикулярности. То есть защита стандартная сюда, но я не говорю, что это будет пятка, просто вот, вот такой вариант появился. Он убирает коленку. Я продолжаю вязать свою, своей ногой и делаю засовы просто в правую ручку под его бедро. И начинаю вставать на него, где я могу. Встать, обойти его гард, ага. Обойти гард сюда и так далее. Ну просто балл забыть. Да. Теперь здесь. Я поднимаю ножку как можно выше и просто тянусь к его дальней ноге. Ага. Бежу, тяну и закрываю. Окей. А, то есть ты, чтобы забрать ногу, ты не лежишь, встаю. Ты обязательно зависишь. Да, да. Но это если оппонент шарит. То есть, естественно, кто не шарит, очень, ну, бывает люди, что начинают просто ногу тут давать. Да, то есть, но это, ноги, но да. Это на нормальном уровне такое не происходит обычно. То есть, чтобы до нее дотянуться, либо ее там пытаются счистить, я могу схватить. Либо очень часто я просто продолжаю движение, физически я могу встать сюда. Вверх, схватить, ага. И уже сделать какой-нибудь ахилл. Но ахилл, естественно, это вот этот хрень. То есть можно его делать, но тоже до определенного уровня. То есть, ну, если... Никогда просто ничего кроме ахилла нельзя, то есть вот в этом. То есть, да, да, да. Ну и как знаешь, как баллы, как вот да, встать вместе с ним, потому что есть... Дрил по телевидению, который я тоже даю, он прячет ногу, я вяжу, встаю, возвращаюсь обратно. Он прячет ногу, я вяжу, засовываю ручку, встаю.